В Шымкенте почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие стражи порядка, ветераны, органы внутренних дел, родственники погибших. Собравшиеся вспомнили события 20-летней давности. Старший сержант Нуржан Шуимбаев погиб 26 лет назад. Родные до сих пор помнят то страшное утро 24 января 1991 года. Тогда Нуржан работал в специализированной службе охраны и пришел вызов об ограблении квартиры. Полицейский оказался первым на месте преступления. Испугавшись, грабители нанесли ему ножевое ранение в сердце. Нуржан погиб на пороге больницы, но преступников все-таки удалось задержать. Отважного полицейского наградили посмертно. Его именем также названа школа в Сайрамском районе. Он был очень честным человеком, во-первых. И он любил спорт. Он был хорошим спортсменом, и он всегда мечтал, когда он еще в школе учился, он хотел быть или военным, или милиционером. Жизнь человека, жизнь сотрудника, конечно, угасла. 26 лет всего лишь, молодой парень был. Вот сегодня, вспоминая о нем, других сотрудников вспоминая, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, это встреча, моменты воспитания личного состава, в духе патриотизма, в духе безупречного исполнения служебного долга.